упал его давно. Потом ищи, потом пошел. Призеленный берег. Я в порту сижу. Там у тебя сюда не попасть. Остатки изгоревшего пороха. Так. Свежак? Да, свежак. Утром, скорее всего. Задняя лапа. Потому что, да? Передняя лапа. Молодой сигалеток. Пошел в деревню. Когти такие, да? Угу. Навтыкали. Сигалеток. О, здесь-то его хорошо видно. Посмотри, здесь уже обратно вот, топал. Он вышел туда, это уже мамка. А, самка. Блин, да, большая лапа-то. Ага. Может, даже встретимся с ними. Он еще придет не раз сюда. Ну-ка. Через день будет выходить. Нет, это, наверное, все-таки вчера было. Потому вчера что вперед. Этот, вода уже не мутная. Ага. Я же вчера пошел. Угу. Черника питается. Медвежья, вообще свежая. Спустился сверху. Там на глине тоже следы были. Медведица с медвежонком. Ну, на месте. На месте очередной охоты. Приветствую, друзья. Сегодня мы с Вячеславом Геннадьевичем вышли на охоту. Первый раз в жизни, да, вместе-то? Да. Конкретно. Никогда не ходили. Хотя всегда сидели друг возле друга, блин. Буквально 100 метров. Прошлый год на рыбалку ездили тоже, если кто не видел. Жарко, да? Игра жарко будет. Да, фильтр ждать надо. А ведь можно здесь оставить? Да, 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 посюда пойдем спускаться. Да. Зачем его так? Холодно стало, осень настала. Птицы навоз перестали клевать. Есть такое стихотворение. Выехали, вышли посмотреть рябчиков. Глухарь, тетеря, все, что будет. Листва еще зеленая, да? Только начинает желтеть немножко. Смотри. Туманом сегодня был. Ага. Туманом сегодня... подогрел его. Из-за этого стало. Туман сегодня был очень сильный утром. Поэтому вышли только, грубо говоря, в 9 часу. Сейчас в районе обеда погуляем до вечера здесь. Может, еще и добудем. Рябчики, открытие охоты. Попробуем что-нибудь для вас снять. У тебя ружье на столочке сегодня, да? Да. Для боровой очень удобно ходить. МР-18. Вот у тебя как комбинашка идет, да? Угу. Штуцер. 223 калибр. 223. Так как по боровой дичи 223 запрещен стрелять. Теперь в никуда просто. Да, сейчас никуда. И лежит так вот. Обрал специально для боровой дичи, для пушного зверя. Но придется сдать, как говорят. Но держу в связи с тем, что у меня комбинированный 12 калибра. С ним идет ствол. И удобно ходить осенью на охоту. Да, легкая одностволочка. Угу. 2 килограмма, 2400 что ли весит она. Угу. Полностью. Игрушка. Угу. Лес будет смешанный. Березы, сосны, елки. Лес невысокий. Совсем низкий. Сейчас глухари могут подниматься не то хлебе, да? Угу. В этих кустах-то. Сейчас ягоды тем более много. Речка течет. Все, Александр, здесь заросло.
Раньше да. Не было этой рыбы здесь. Красноярник. Угу. Ну, вон глухари уже. Опушки есть. Ходили, да? Ага, вот так. Вот здесь галька, камень. Угу. Да. Видно, есть раньше петельки были. Угу. Ловушки на глухаря. Здесь их много, смотри, тоже, да? Вот они все, ловушки идут. Глухарины старые, очень древние. Даже тросики остались еще. Но они затянутые. Вон здесь тоже, видать, глухари ходили уже. Да. Свежие. Порхушки, да? Да. Ползем километра 3, наверное, прошли уже не меньше. Пока ни одной птички еще не видели. Поэтому не люблю пока вот это, когда отход открывается на бурую птицу, сразу ходить за ней. Потому что ее найти проблема. Тем более пешком. Ягод только море просто. Я думаю, все равно найдем сейчас стайку рябчиков-то хотя бы. Может, глухаря где-то поднимем, еще что-то. И ведь идешь только экскременты медведей по этой тропинке. Вот, видать, там, где легче. Там не люди, там и медведи. Сейчас идем за болотом, большой круг делаем. Выйдет круг километров около 20, наверное, у нас. Посмотрим. Голубика. Интересное место. Трава такая на мху коротком. Комары атакуют слегка. Тора старая петля, да? Да. Стоит. Уже сгнила вся. Древняя. Да, береза. Береза быстро сливает. Ямка, песок брали. Ручей тот самый протекает в кустиках. Небольшой перекус, чайку. Шагаем уже полтора часа почти. Ага. Ничего. Без конца. А что, у тебя говоришь, тормоз, да? У меня тормоз, да. Пока тормоз. Да, потом где-нибудь там потом согреем. Что нам торопиться? Ух ты, видишь, как патроны теряют. Ну да. Потому что неправильно дома положил. Когда идешь, комаров практически нету, да? 2-3 летает. Только встанешь сразу же. Вроде сушь такая и все равно я лезу. Не обращайте на них внимания. Мы на севере живем, без комаров нам никак нельзя. Комаров не будет, птицы не будет. Жарковато немножко дойти-то. Ага. У тебя большой тормоз. 1,5 литра, да? Литр? 200. Я литр 200, да, на литр, если 300. Угу. Он такой этот. Я зимний. Зимой езжу на снегоходе на охоту. Угу. Удобно возить его. Потом ручки что, летают. Они, их нету, а потом нападешь где-то на этот, на кусочек. Ну да. И все, и вылетят они здесь полностью. Может, они вон там сейчас в ручье, в пойме прямо находится. Да. Это боровая дичь, она перелетает. У нее нету такого места, чтобы она жила на одном месте. Она летает везде. Ну, рябчики, они еще более такие оседлые. Да. Они делают. Всегда живут там и живут. Угу. Там есть выводок. Глухарь он перелетный. Ай, пока этот пакет развяжет, проще его разрезать. Бери что-то. Не стесняйся. Не стесняйся, Александр. На охоте стесняться нечего. Угу. У тебя уже этот комар в кушку залетел. А, пускай. Жирный бот. Мясной бульон. Да. Это нормально. Вот этот комар, от него хоть спасение есть, комарин. Да. От мошки вообще никого. Там ванилин как бы, да, помогает. Здесь раньше, в советское время, мы делали одеколон. Гвоздика была такой. Одеколон, угу, или духи, это не помню. Смешивали с комарином. Тогда комарин очень жирный был, вот этот советский-то. Угу. И мы смешивали его, и вот спасались от этой мошки.
Потому что он давал такой запах сильный, эти одеколон. Угу. Может быть, из-за этого они к нему и не подлетали. Елка. Готовые дрова, да? Ну да, сучков надо замучить. Видишь, сгнила просто. Чайку попили, силу восстановили, да? Хорошо. Угу. Отличные места, но пока лес пустой. А может повезет. Славик там идет 40 метров. Параллельно чешем лес. Жидкое болотце, да? Тут, наверное, вода нет. Ну да. А здесь кто ходил? Человек, да, следы? А? Человек же ходил? Человек, да. Следы такие же. Как прошлого года еще. Ничего себе. Нашел, да. Вот оно болото. Вот и так напоханное. Там тоже видно. Дичи нет. Провал такой, да? Белый песок. А? Белый песок. Угу. О, чтобы по бревну пройти. Опа! О, дорога начинается наконец-то. Вот это да, столько километров прошагали, просто ноль, никого. Впервые в жизни так вот. Поэтому я начало охоты бобровой птицы не люблю, не хожу. Занимаюсь чисто уткой. Уткой только с октября буквально начинаю уже заниматься боровой птицей. Рябчик, глухари, тетерева, все такое. Тетерев вообще ближе, декабрь лучше. Ну вот ноябрь само то. Октябрь тоже листва еще пока не интересно. Рябчики, да. В октябре самый смак. На свист летят, листва уже опадывает, а сейчас что еще? Еще даже зелено, можно сказать, все. Только местами начинает немножко желтеть. Ждем, делаю перерыв по боровой дичи. Почти с месяца сейчас. Буду заниматься только уткой. Ладно, хоть прогулялись. И то хорошо. Сейчас Славик там одежду заберет теплую. И вниз спускаемся. Зайдем, посмотрим уток еще на озеро. Если утка, может быть, утку получится бахнуть. Так что еще немножко охотимся. Дичи нету, но будет попозже. Эро, надо подождать еще. Да. Недельки две хотя бы. Да. Сегод весна была плохая, потому что очень зимняя. Походу еще птенцы еще маленькие, еще не вылетали. Запоздало все, да, в этом все году. Запоздало. И утка тоже. Угу. 26 июня я еще на снегоходе здесь ездил. 26 июня? Да. Не мая, июня. Нет. А, мая, говорю. Мая. Ага, ну вот. Да, то что, какие птенцы, блин. Так, ну вперед. Штурмуем водную преграду. Выгодно сходили, да? Все патроны целы. Да. Вот тут слева помельче. Лицо умыть, да?
Да. Смотри, сколько их. Кряквы сидят толстые. А здесь утки есть сколько-то. Ага. Утка есть. Утята. Угу. О, полетели тихонько все. Хорошо. Сейчас может покрутиться. Кулик. Воды много, да? О, ну-ка. Блин, далековато. Один готов. Ага, потом достанем. Чего уж сам прилетел так. Щерок свистунок. Ага. Не, выстрел-то хорошо. Сейчас вон, видишь, те поднялись, крутиться будут. Налетит больше. Нормальные патроны. Первый раз их взял. Вот. Смотри, стайки пошли большие. Блин, здесь утка есть, да? Вся здесь купится. Вон сколько летает. Штук 100, наверное, летает. Вот они сейчас. Угу. Все, ждем. Может, прилетят нам. Если все-таки хоть найти можно, все что. Да. Он идет как бы в эту сторону. Он летет. Нижний-то вижу. Еще дробь-то мелкая. Мелкая, да. Расстояние перед. Ну-ка, заходите на промой. Да ё-моё, как так-то? Сезон, открытие. Сезон, открытие. Какое попадание, да, откуда? Это нормальное явление. Уже не понимаю. Почему мы должны попасть были сразу. Ну хорошо налетели. Вон все крутятся. Да, ладно. Сейчас могут еще вылетать резко. Кусту стать ближе. Хотя нападись совсем резко. Одиночки. Я уже забыл, сколько опережения даже брать-то. Еще будем пробовать, нет? Высоко. Эти далеко, блин. Бешеная, бля. Вот, скорость бешеная. Вон летят в лоб. Давай пробуй. Есть. Запомнил. Запомнил клапан. Да, сейчас сразу возьму. Старый хвост был. Еще летает, но уж этого было набрать. Астрохвостик. Вечером тут на прибор. Да. Красиво упал. Угу. Смотри, как слово успевает. Ну да, он еще. Высоковато, блин. Не, можно сбить, но потом попробуй, найди его. Гоголь. Грохнуться куда-то. Посмотрю, пока трава шевелится. О, лежит, есть. Дошел. Гоголь. Третий. Он летит хорошо. От меня. Повезло, нашел. Тяжеленький. Зашли неплохо.
три штуки. Один там на воде и два здесь. Наверное, вся охота здесь пока закончилась, да? Шли просто. Угу. Гоголь молодой. Клюв такой еще мягкий. А шелохвост тоже мягкий. Этого года. Горшков-то нету этих трубок-то. Ну да. То есть давно уже поднялись? Ага. Да, вообще нет. Угу. Вот как, какой-то ранний выводок. Контент попер. Ну что? Вещь бросать. Или ты пойдешь? Вещь бросать. Грех. Другим способом, но ее надо достать. Ну холодная вода уже. О, бля. А ща, пока дойду. Здесь-то пока мелко. А прикинь, по шею было бы или плыть пришлось бы. Странно, на воде комаров нету. Так тут, если бы мы не оброднее были бы, я бы, наверное, нет, не дошел бы. Выше колена. А, бля, холодно. Вода уже ледяная почти, ё-моё. Там на траве и он запутался. Ну все, достал. Перебитый весь немножко так. Молодняк, клюв гибкий. Все три утки этого сезона. Ладно, хоть не замочился, и то хорошо. Сам прилетел. Озеро мелкое, но глины между пальцами забило, блин. Ага, лечебные ванны. А, все. Ну, с полем. Полем. Добыли все-таки. Все-таки мы его достали, не бросили. Ага. Ну вот наш итог. Получается гоголь, шелохвост и щерок-свистунок. В принципе, все сбиты в лед, кроме черка с свистунка, ну непонятно. Два раза по нему стрельнул сразу подряд. Такие дела. Как охота? Охота отлично. За 5 минут 3 утки. Зато полдня ходили. Зато полдня ходили, ну. И ничего не видели вообще. Да, где-то густо, где-то пусто. Да, хотя бы так. Это охота и начинается. Такая охота с Вячеславом Геннадьевичем получилась у нас. Как бы неплохо. Классная. Да, он утка летает одна, все нас драконит. Комаров, только мошки много. Но. Ягод наелись, грибов насмотрелись, грибов, правда, мало было. Барабодичей вообще не было никого, ноль, просто ноль. Ну, такое бывает. Надо, чтобы холодно было, потом они начинают ближе вылетать. Ну, проверить надо было. Конечно. Крякает. Это самка, походу, летает, но есть выводок. Да. Так бы она не летала, ее лучше не стрелять. Да. Пусть летает. Выводков еще много было? Выводков много. Тут три было выводка, мы пришли. Это который здесь мы только видели, да? Ага. Поэтому выводков, самок не стреляйте. Если бахнете самку, все утята просто сдохнут. Да. Их некому будет спасать. Стреляйте только в лед уверенно, который вы знаете, что эта утка уже все летит. А, сама самостоятельная. Самостоятельная. А не самка, выводка. Да. Такие дела. Все, давайте. Счастливо всем. До новых встреч. Такая Пока. Была охота. Пока.